Вышли мы с Рексиком посмотреть на 18 февраля. Да, Рексик? Тут вон снежок немножечко даже выпал. Ох, Рекс увидел там какую-то собачурку и все. Ему надо срочно пойти разобраться. Поговорить. Так, все, Рекс, пошли в другую сторону. Кто-то шуметь сейчас будешь тут. Пошли, вон смотри, твои любимые грязевые ванны покрылись снегом. Ну как тут не пройтись? Ну ты шо? Разве можно здесь сейчас не пройтись? Посмотри, какая прелесть. Ничего к лапам не прилипает. Мы ждали этого момента так долго. Да, Рексик? В общем, вчера было очень ясное небо, достаточно тепло, а сегодня уже все небо заволокло облаками, даже осадки в виде снега выпали. Но я бы сказала, что очень тепло на улице, ветра нету, где-то плюс, поэтому вся вот эта красота растает и будет снова, Рекс, будет твой любимый формат. Грязевые ванны. Так, пошли. Опять что-то ищешь. Идем. Черныш, наверное, где-то спит. Или пошел проверять мышей на полях. Как там у них дела. В общем, а у нас сегодня такая прогулочка. Небольшая. Вот сейчас пройдемся туда. Сколько сил хватит, а потом обратно. И будем уже дома. Сидеть. Да, Рекс? Да, ты очень рад. Ты очень рад прогуляться, да? Скучаешь по чернышу? Сегодня мы его еще не видели. Морда твоя уже мокрая, лапы тоже. Так что сушка предстоит тебе снова. Вот. Так что все как обычно. Вот и черныш. Вот ты нас ждал. Ну, я же говорю, спал. Так что мы пришли тебя кормить. Слушай, черныш, ты у нас уже как ботенок стал. Бока он выпирают со всех сторон. Зевает. Ой же жизнь у тебя. Тебя хорошо так видно на белом снегу. Такой контраст. Что, Рекс, ты хотел сказать доброе утро? Ну, так скажи. Да, черныш, доброе утро. А мы уже погуляли, а ты спал, а ты уже закапываешься в снег мордой своей. Снега всего лишь немного, и то Рексик умудряется в него закопаться. В общем, черныш тоже в недоумении, говорит, откуда снег появился? Говорит, вроде ж вчера еще было солнечно, а сегодня уже снова зима. Сейчас умоется, будет чистый, душистый, завтрак уготовый. Рекс, ты уже умылся? Я не вижу. О, теперь вижу. Уже весь умылся, да? Желаем вам хорошего дня, успехов и увидимся очень скоро, да, Рексик? Всем пока!